Утро доброе, вести Карачаево-Черкесия с вами. Сегодня 23 октября. Наши предки говорили, если в этот день будет слякоть и грязь, то снег не выпадет до 4 ноября. Это мы проверим. А какая погода будет днем, будет ли дождь, слякоть, узнаем из свода гидрометцентра, но чуть позже. Открыть свое дело с центром «Мой бизнес» стало проще. Как помогают предпринимателям республики и какие услуги оказывают? Об этом вестям рассказала директор центра «Мой бизнес» Диана Хубиева. Слово Ольге Савенко. Диана, здравствуйте. Прежде чем мы начнем обсуждать, перейдем к теме нашего сегодняшнего разговора, давайте напомним сначала нашим зрителям, что такое центр «Мой бизнес» в Карачаево-Черкесии и в чем заключается его главная задача. Центр «Мой бизнес» Карачаево-Черкесской республики – это многопрофильная площадка, инфраструктура поддержки бизнеса, малого и среднего бизнеса нашего региона. Основная ее задача – это поддержка, государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Мы живем в непростое время, тем не менее мы видим, что предприниматели Карачаево-Черкесии, они сидят без дела, они продолжают развиваться, осваивают новые рынки, какие-то площадки находят для себя. Скажите, какие меры поддержки в основном запрашивают представители бизнеса? Сертификация продукции и услуг, то есть поскольку у нас много сейчас предпринимателей, которые реализуют свои товары через маркетплейсы, эта услуга стала одной из самых востребованных. То есть мы полностью декларируем, сертифицируем и продвигаем этот товар. Диана, думаю, вы согласитесь со мной, что у нас в республике очень много молодых, креативных людей, которые хотели бы заняться своим делом, открыть свой бизнес, но не знают, с чего начать. Вот что бы вы им посоветовали, на какие направления обратить внимание, какой рынок сегодня, на ваш взгляд, наиболее перспективен? И скажите, эти молодые люди могут рассчитывать на государство, на поддержку со стороны государства? Да, конечно, к нам очень часто обращаются молодые люди. Молодые предприниматели у нас считаются от уже даже сейчас с 14 лет до 35 лет включительно. Мы уже на протяжении нескольких лет, благодаря федеральной поддержке, выдаем гранты для молодых предпринимателей для начала или же развития своего бизнеса. Гранты небольшие, но для предпринимателей именно в их возрасте они очень актуально. Кроме того, мы помогаем им стать там самозанятыми гражданами, поскольку мы всегда рекомендуем сначала начать с маленького, чтобы не платить большие налоги. А также мы их координируем, помогаем выбрать то или иное направление. Вот часто к нам приходят, говорят, вот у меня есть вот такая идея, что вы нам посоветуете. Но мы иногда бывает, что отговариваем, потому что понимаем, что на сегодняшний день он не сможет, то есть он будет вкладывать какие-то инвестиции, капитал и не сразу увидит результат. А есть направления, как там небольшие IT-проекты, IT-стартапы, или же, например, вот у нас, поскольку развита легкая промышленность, очень часто предприниматели обращаются в другие соседние регионы, чтобы даже там элементарные вышивки на их продукции и другие подрядчики им помогали делать. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на карачаевском языке. Я с вами прощаюсь. Смотрите прогноз погоды и хорошего дня. В Карачаево-Черкесии переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, но ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2, +3, в горах -3, -8. Днем +10, +15 и местами +2, +7 градусов. Ночью и утром в горах, на дорогах, местами гололедица. В Черкесске переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1, +1, днем +13, +15 градусов.